И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор Эггман, работник. Точнее, его голос. И сегодня мы продолжаем с вами проходить Sonic Generations. Продолжаем проходить его, ребятушки. В прошлый раз у нас было вот это касатище. И был у нас вот этот вот товарищ. Кстати, что у тебя там? Чопперы будут мешать тебе под водой. Однако бег по суше зазбавит тебя от этой напасти. Избавит от напасти. Ясно. Кстати, реально, карта очень хорошая и интересная. Мне очень понравилось. И прежде чем заняться вот этим, нам как бы теперь доступны разные локации. Давайте их все осмотрим, но имеется в виду испытания. В прошлый раз же мы с вами что открыли? Город. Вот это, кстати, интересная локация. Да, сейчас осмотрим каждую и посмотрим, с какой лучше бы начать. Да, я понял, что я это забрать не могу. Спасибо. Здесь я тоже могу стоять. Прекрасно, хорошо. Я хочу сначала посмотреть, если... Как в случае... Все, вопрос закрыт. Шаттл здесь есть, товарищи. Sonic Generations. No Shuttle, теперь Shadow. Кто я такой, чтобы отказать? Так далее. Наконец-то ты тут, Sonic. Я не знаю, где мы. Да и мне безразлично. Ну, я с тобой покончу, Sonic. Ну давай. Как он вообще здесь оказался? Shadow the Hedgehog! Вперед, вперед, вперед! Энергетические сферы, чтобы они тебе помогут. Давай, ловишь. Так, ты моя! Это моя сфера, Shadow! Так... Есть, неплохо. Отлично! Так. Давай, 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 давай. Есть, я вижу эту сферку. Давай, 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 давай. Есть, вперед. Я быстрее тебя, Shadow. Тебе меня не обогнать, Shadow. Даже работник это сейчас сказал. Ой-о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 й, запас кончился! Давай-давай-давай, есть! Шау атакует, старайся уворачиваться! Так... Это что у тебя за инфит-способность? Попробую получить энергетическую сферу первым, чтобы Шаттл успокоился. Я стараюсь получить ее первым, но этот гребаный идиот слишком назойливый. Давай, Йош. Ой, зараза. А он такой неугомонный. Давай, 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 есть. Давай, Shadow, иди сюда, гребаный ты, зараза. Давай,
Давай. Сферка, ты со мной! Я тебя вижу! Давай, по эту сторону идем. Сферка, я иду с тобою. Есть! Соник атакует с помощью метеорита, слышишь, Shadow, и используйте его. У тебя метеоритные сферы, воспользуйся, чтобы победить Shadow. А ну иди сюда, Shadow! Вот тебе Shadow! А ну иди сюда! Куда побежал? У меня метеоритов на 100 лет прописано! Давай. Оу, колеса кончились. Ой, зараза. О, спасибо, он кольца мне дал. А у него 206. Шадо, ох ты хитрючая зараза. К счастью, я тоже не луком шит. Чёрт, он что, догнал что ли? Два. Черт. У него одна сферочка, это плохо. Давай. Есть. Извините, что без вебки, я не знаю, когда будет... анимация. Уж извини, Shadow, но сфера моя. Вот же упрямый ёж. Есть. Сфера моя. Значит, нужно две сферы и избивать Shadow до полусмерти. Давай, иди сюда, сферочка, ты моя! Отлично! Сайенка такое! Давай, иди сюда, вот тебе, Shadow. Вот тебе. Вы почти отстал его, врезайся, покажи, кто тут главный. Иди сюда. Вот тебе, я тебе задницу прямо доебу. Вот тебе. Всё, почти добил, но немного. Давай еще карточку. Воу, вот тебя. Так. Давай. У него тоже там, кстати, полно всего. Оуч. Давай, есть. Так. Ёж, ты что меня предаешь? Вперед, или ты не хочешь победить Ежа Shadow? Есть! Моя! Вот так! Shadow, тебе меня не одолеть! Я освоился с этой скоростной игрой! Наверное. Не уверен на 100%, но, наверное, освоился. Есть! Соник атакует!
Ну иди сюда, Шадоу. Я тебя устрою здесь, настоящий наебон. Вот, лови метеоритный дождь. Уж передавала, что сегодня нужно было брать тебе зонтик. Зря не взял. Вот, держи. Давай. Добьем твою задницу, ежины. Давай. Адьос, амигос. Был, да? Даже Shadow здесь. Слушай, а зачем тогда делать ремастер с Shadow, если Shadow там уже есть? Не понимаю, ну ладно. Погнали дальше. Вы получили Изумруд Хаус. Я думал, сейчас будет анимация какая-нибудь. Хочешь еще, Соник? Видимо, ты никогда не усвоишь урок. Усвою еще как. Только не в этот раз. Здесь был самотень. Красота. Ну, зато стоило проверить. А, можно, пожалуйста, наверх? Спасибо. Кожешь, мы начали с подзоны подруж. Давайте тогда уже... Хотел бы я сказать с нее, но... Нет. Начнем с зоны под Крим. Так, давайте на самый верх, а начнем с элементарной зоны. Начнем с вот самых низких зон, там уже разберемся. Так, начнем, наверное, с этой давайте. Speed Headway, горячая погоня, соберите необходимое количество колец, которые разбрасывает сплинклер, и доберитесь до цели перв... Нет, в принципе, это знакомое задание, здесь проблем быть не должно у нас с вами. Готовы. И погнали. Повсюду разбросаны кольца. Следуй за ними и старайся брать как можно быстрее больше. Принято. Давай наверх. О, да, золотой дождь из колец. Давай сюда. О, молодец. Да, эй, да ладно тебе. Давай побольше. Тут отличное место для кормежки. Давай сюда. Сюда. Давай колечко мне. Вот жадина. О! Так. А ну давай! Ой-ой-ой-ой, колечки, собираемся колечки. Черт, он и бомбы кидает, кстати, надо быть поаккуратнее. Кто тут ракету оставил? Явно не доктор работник. Не наша специализация. Так. Так, давай вот это соберем. Вот, отлично. Вот это мне нравится. Вот это да-да-да-да-да. Кончай. Давай, больше кончай. Давай, вот. Давай. Мы уже собрали как можно больше колец. Наверное, двигаться надо. Вот туда мы и летим. Победа.
Нет, спасибо. Хороший ранг меня устраивает, все прекрасно. Двигаемся дальше с вами. А, кстати, я же, наверное, одну вещь-то не сделал-то. Да, сейчас звук немножечко нет, дайте секундочку. А то иначе у нас будет, скорее всего, подглючивать немного. Потому что я забыл, что у меня же эта программка-то была выключена. Там настроена по базовым, я же ее перезапускал. Вот так вот. Все. Эй, музыку отдай! Отлично, нет. Вот теперь давайте сюда. Коль уж вернулись обратно. Давайте теперь, наверное, разберемся с мелкосинистым. Гонка с допингангером. Погнали. Гонка с допингангером. Садитесь за ником. Уже стандарта проверенная трасса, не переживай. Там, кстати, можно было бы по-разному пройти, я увидел там линию. Вот, неплохо. Это, по сути, мы пробегаем тот же самый уровень. Мне это нравится. Давай. Так. Эй! Я нажимаю на игрок, но... А, теперь работает! В общем, с игроком беда уже. Ладно, давай. Есть. Давай, наверх. То есть... Я сравниваю себя со своей первой версией ММП по прохождению. Он меня обогнал? Да, он меня обогнал. С другой стороны, я прохожу по другой зоне. Давай, есть. Вперед, летим на крыльях судьбы Афины. Прямо, я уже не буду на это реагировать, если что... Ломаем все. Давай, Ёж. Так. Ю-ху. Ай, бегом. Ауч. Так, он меня обогнал. Но это ненадолго. Давай, ракетка, вези меня! Два, зато хорошо перепройти. Конечно, перепройдем. Я должен выиграть самого себя. Погнали! Давай. Ты можешь победить у самого себя. Кстати, можно было пройти другой дорогой. Надо потом попробовать ее как-нибудь. А мы будем с вами все равно на стримах потом проходить. Это сейчас в формате геймплей записывается, но по традиции мы же потом будем это и стримить. Так. Вот, все, работает.
что я тут люблю. Заметьте, Соник прям настоящий враг общественности. Давай. Есть! Давай! Есть! Вперед! Вперед, Йош! Так, есть! Есть. О, неплохо. Обогнали даже собственную версию, это хорошо. Давай. Вот здесь мне не особо нравится дрифт. Нет, я говорил в прошлый раз, что это шикарная штука. Идея здоровская. Давай. Ой, зараза. Вот. Сейчас меня, моя же версия, где догонит. Ладно, ждем спокойно. Давай. Вот этот зараза. Вот так вот. Пока, синяя угроза. Давай. Вперед. Так, это что-то новенькое. Я впервые плохо ускорился? А, это скорее всего из-за того, что камера свела, и я не мог нормально реагировать. Давай. Вперед. Нас жад вгоняют! О! Он сам завис! Походу у Допингангера такие же проблемы, как и у нас с вами. Ну ладно, зато это делает нас равными. В принципе, нормально. Нет, спасибо, меня устраивает Ашечка. Спасибо. Так. Это я забрал. Муточку получили неплохо. Так, давайте вот это сразу заберем. Идешь ко мне. Теперь сюда. Прорваться сквозь коробки. Проберите себе путь через коробки и спуститесь до цели за отведенное время. Форт Боярд. Ребят, это испытание из Форт Боярда. Да вперед! Проберись все кругозорки, спустись до цели за отведенное время. Погнали за коробочками. Вперед! Ага, есть. Так. Давай. О, привет, полиция! Так, не страшно, я живой. О, я правда шел короткий путь. Давай. Ай, зараза. В общем, сделано таким образом, что я здесь в любом случае... Спасибо, полиция. Спасибо, здесь полиция. Так. Так. Давай, Ёж, ломай здесь все.
Куда мне? Вот забить, попался через букву и ушел в сторону. Вот хитрюги, да? Эска наша, эска наша. Нет, спасибо, меня устраивает. Ну, кстати, интересное испытание, хорошо сделано. Ну, это Форт Боярд. Только без вместо ключика звездочка. Нет, спасибо. Вы получили картинку, прекрасно. Так, следующий у нас Эспи уйдет, да? Эспио, мастер маскировки. Маскировки, мастер я. Ну, все знают эту песню. Исчезать могу, друзья. Ну, ладно, кто не знает, кто знает, напишите в комментарии. И я проверю. Я читаю ваши комментарии в сервере. Только прожектор может выдать Эспио. Сразитесь с ним вовремя доберитесь до цели. Прожектор. Маскировки, мастер я! Ninja Arts, camouflage. Если свет прожектора пойдет на свежий с фоном Эспио, то он явит себя. А ну иди сюда. Ну, где ты там, Эспио? Отлично. А ну иди сюда. Я готов поиграть с тобой хоть сколько угодно. Давай, давай, иди сюда. Вот тебе. То есть мне нужно его бить каждый раз. Только после этого он сдастся. Давай, есть. Отлично, принято. Камуфляжный ниндзя. Ах ты, зараза. Вот тебе, камуфляжный ниндзя. Давай, иди сюда. Вот тебе, камуфляжный ниндзя. О, я застрял в баге, красота. Ninja Arts, camouflage. Yeah, camouflage. How dare. Вот тебе. То есть мне достаточно бить его по роже. Так. Да, я, конечно, не за Ашку с ним справляюсь. Ninja Arts, camouflage. Ой, Эй! А, ты вот где, зараза. Отлично, вижу тебя. Вот здесь, кстати, сложновато сделано. Отлично, вижу. Я думал, анимация какая-нибудь будет. Нет, спасибо, меня устраивает. Реально интересно, кстати. Забрали. Death X Zone. Теперь давайте вниз. Нас там ждет еще одно испытание. Вообще, я был рад увидеть сейчас, знаете, вообще-то Shadow. Изуродовать ему лицо, это мне на радость данный. Хотя он такой серьезный обычно, за что ему респект. Его можно понять, почему он такой серьезный, но все же. Так. Овердрифт. Соберите как можно больше колец во время дрифта. Именно во время дрифта заметьте. Ну, погнали. Погнали! Так. Давай, давай, yeah.
Давай, есть. Я стараюсь управлять его в дрифтовом состоянии, но дрифт это прямо жесть, как слово. Да, конечно, спасибо. Так. Вперед, Ёж! Ну, ладно, Ашка меня устраивает. Нет, спасибо, нормально. Вообще, само испытание мне очень понравилось, очень хорошее. О, и окрасили все. Осталось сыграть теперь за вторую. И считайте, мы окрасили весь мир. Так. А теперь давайте за мелкого. О, а тут уже за Крим. Крим, охота на чау. Соберите больше чау, чем Крим, и доберитесь до цели. Это чау революцион, что ли? Давайте. Вперед. Я сожру больше чао. Эй, моя чудо-юдо. Ты со мной. Так, ты мой. Ауч. Чао, помогайте мне. Так, ты со мной, товарищ. Чёрт, она одного забрала. И второго забрала, но ты мой, а того не забрал. Зато ты мой. Есть. Этот тоже мой. Ты не заберешь? А, чёрт, забрала, зараза. Чёрт. Ой, я... Ой-ой-ой-ой-ой. У неё 7... О. Чёрт, надо быть быстрее, давай. Чёрт, надо забирать... А у неё... О, нет, у неё больше, у неё больше. Я проиграл. Надо быть поактивнее. Конечно, ещё раз, да. Так... Ты мой. Ауч! Ауч, зараза. Ай, зараза. Ты мой. Давай наверх. Так, есть. Ты мой, давай. Ты тоже мой, давай, иди сюда. Ты мой, давай, давай. Ты тоже мой, идем сюда. Черт, она забрала того, кого забрала в прошлый раз я. Зато ты мой. А, черт, она забрала того. Черт, она меня опережает. Давай-давай-давай-давай, ёж! Чёрт, она меня погнала. Главное собрать 11 штук. Ну погнали, так. Так. Не отдам, это мой, чао. Так, давайте, давайте, чао, будете помогать мне. Так,
Так, того я уже не успею забрать. А вот это вот успею. О, вот это мой, ты мой. Ты... А, черт, этого не успел забрать. Ладно. А то мы... В принципе, пока она на тех отвлекается, я собираю остальных. Гениальная стратегия. О, черт, 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 черт. Нет уж, Крем, не отдам. Давай, 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 давай. Черт, 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 у нее 7. Черт, она обогнала меня. О, нет, она сейчас найдет последнего. Слушай, сложно. Но мне нравится. Разница в одного чао. Если бы я парочку не упустил в начале. Давай, 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 есть. Меня вообще задавили. Вот что значит, не играйте на дороге, дети. Ты мой. Давайте, давай, 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 давай. Так, о, черт. Черт, она этого забрала. А ты мой. Черт, она меня погнала. Ой, я тут проиграю. Все, я уже проиграл, я уже... Он зато этого забрал. Все, я проиграл, я проиграл. Я признаю победу, Крем. Так, все. Нет, мне надо собрать, конечно, не надо ее обыграть, не надо ее обыграть. Здесь надо быть поаккуратнее. Наверх, пожалуйста. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Того не заберу, к сожалению. А вот тебя заберу. Ты со мной, ты со мной. Ты со мной, давай, ты тоже сюда идешь со мной. Ты со мной. У меня больше, у меня 11, ха, Крим, все, ты проиграла. Все, у меня 14, ты никого у меня не заберешь. Все, Крим, я победил, я побед. Почему я не засчитана? Это что за... Или мне должно... А, мне, наверное, до финиша надо еще добраться, я полагаю. То есть я как бы уже собрал все, но... Ну, сейчас она навряд ли соберет столько, сколько ей надо. Вы победили. Нет, спасибо. Меня устраивает S-результат. Устраивает, устраивает. Не будем пересдавать экзамен. Слишком хорошо. Слишком хорошо все. Слишком хорошо. Назад, назад, назад. Главное, собрали и хорошо. Теперь наверх. Теперь сюда. Давайте с Доппингангером сразимся. Вперед. Там можно было прыгнуть, я заметил, но я уж не будем на него реагировать. Так. Так. Так, отлично, отлично. Так. Там тоже можно было... Ну уж ладно. Наверх. Ауч! Благодарю. Ускорение свободного падения. Ауч!
Мне бы пара колечек бы не помешало бы. О, гребаная ракета! Так. Вот эту зоду я уже помню. Только я здесь с радостью забучаюсь. Ну, а зато радует, что моя предыдущая версия тоже намучается здесь. Благодарю. Такой добрый полицейский. Так. Так, это я забираю. Стоп, он меня опережает. Да, он меня опережает. Как он меня умудрился опередить? Давай, давай. А, вот он. Так, давай, давай, давай. Есть, пак. Пока успевай, пока успевай. Еще успеваем. Вперед. Давай, 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 давай. Синий ты, заразик. Давай, 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 давай. Есть. О, все, я проиграл. Он уже у финиша, а я не дохожу пока. Давай, давай, есть. Хотя, может, успеем, может, успеем, может, успеем. Кто знает, давай. Давай, 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 давай. Нет, проиграл, проиграл. Давайте еще раз. Ну, здесь реально уже посложнее испытание. Мы проходим каждое испытание вне зависимости. Он там поверху пошел, и я нет. Давай, давай. Он все равно нас опережает. Что? Подвисла. Подвисла, к сожалению. Подвисла она, к сожалению, ребят. Но не переживайте. Сейчас перепройдем. Сейчас перепройдем. Она зависла, игра зависла, к сожалению. Я не знаю, что случилось, но она тут зависла. С другой стороны, мы знаем карту, а игра это не засчитала. Почему бы нет? Такая удача. Вот, неплохо. Обгоним Доппенгангера. Хотел я это сказать, но... Выбор был хорош. Там можно было по сокращенке пройти. Видимо, он по сокращенке и шел. Давай, давай, давай. Так, наверх. Давай, 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 давай. Он пока нас впереди. Да, зараза, гребаный таксист. Давай, ускоряемся. Да чего? Что ты не ускоряешься? Давай, давай, давай. Давай,
Да. Вперед, ракетка. Давай. Два, ёж. Так. Давай, есть. Неплохо, догоняем в этот раз. Даже обгоняем, по-моему. Нет, он как-то меня обогнал. А как ты мог меня обогнать здесь? Давай, держись. Догоняем его. Зараза. 2-2-2-2. Ёж. Неужели он так близко? Два. Есть. Он близко был. Как он меня обгоняет? Он, скорее всего, только по верхнему мосту. Это единственный способ меня обогнать. Я, наверное, каким-то чудом умудрился попасть на первый мост. Вот, наверное, так он меня обогнал. Как? А никак. Я не знаю, как он меня опережает. Зараза. Я не могу здесь закрепиться. Ладно, давайте думать. Вот. Он стартовал на скоростниках. А что я могу тут сделать? Ничего не могу. Да. О, а мне нужно как-то попасть сюда. Я не могу попасть подгонять в рыбе. Давай. Ой. Я попал еще в более замысловатую ловушку. Так. О, теперь я могу еще и на этом бегать. Но он сразу впереди меня каким-то чудом оказался. Это бесит. Давай, ракета, отвези меня. Там может быть хуже пройти. Так, вроде я его догоняю. Вроде. Я смотрю по датчику. Но такое ощущение, будто там намеренно делают так, чтобы я промахнулся.
Ну вот здесь я свалился, но мы тут наравне с ним. Давай, 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 есть. Есть. Зараза, давай, 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 давай. Вот он, я вижу его. Ай, зараза. А, он тоже упал несколько раз. Он, я со второго раза, видимо. Доппингангер — это тот, кто был в прошлом. То есть двойник мой. Но он меня уже обогнал. Смотрите, как быстро. Но сейчас, наверное, вертушка нас быстро довезет. Так главное, чтобы быстро было. Быстро, быстро, быстро. Давай, 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 есть. Давай, 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 есть. Давай, 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 давай. Ладно, идем вниз, идем вниз, идем вниз. Давай, 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 есть. Это ж там столько, что я шустрый был. Так, давайте начнем сначала. Да, я понимаю. Я по поверху пройду все равно. Чую, это короткий путь все равно будет. Зараза, надо было все-таки поверху идти. Да почему нет-то? Кстати, он интересно, он меня там ждет намеренно или что? Это выглядит так, будто он меня ждет. Но каждый движется сейчас по-своему, я смотрю. Но я его вроде опережаю, а вроде бы и нет. Опять же, давай, 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 давай. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Мы тут с ним одновременно мучились. Вот, он буквально рядом. Кто быстрее, я или он? Я здесь побегаю. Я здесь пройду, отлично. Я нашел сокращенный маршрут для себя. Не уверен, хорош этот маршрут или нет. Так. Зато я знаю, что я вышел через главные ворота. О. Да, я его опережаю. Давай, вертушка, вези меня. Давай, 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 давай. Есть. В этот раз мы точно победим. Давай, 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 есть. Ну, тут уже победа, ну, суждена для нас. Даже если я поверху не пройду. Давай, 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 есть. Так, так. Давай, 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 есть. Да пошел ты. Два, 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 есть. Победа моя!
И даже Ашку получили. О, неплохо, а? Работник. Профессионал. Кстати, кого мы в этот раз... Формально мы никого не размораживаем в этот раз здесь, да? Отлично. Дальше у нас идет... Speed Headway. Сопротивление при аресте. Остерегайтесь коп-спидеров. Доберитесь до цели за отведенное время. Просто чисто бежать, добраться. Хорошо, принято. Ауч! А уничтожение коп-спидеров считается сопротивлением при аресте? Кто знает? Откройте, пожалуйста, дорожку. Прекрасно. Так. Наверх, наверх. Ауч. Жалко вот этого копа было, ну ладно. Так, сюда, сюда. Так, наверх, пожалуйста, наверх, наверх, наверх. О. Так, отлично. Да сколько вас здесь? Я, конечно, не отрицаю, что ты в каком смысле дешевый. Ой, заразы какие. Да я заберу, спасибо. Но здесь проще, здесь проще, здесь проще. 21 секунда и 37. А, не, подождите. 2:35. Для ранга выше... А, надо было на 21 секунду меньше сделать. Все ясно, я думал, 21 секунду. Как-то быстрее. Нет, все нормально, все нормально. Я уже начал паниковать, что-то не так. Так. Отлично, теперь сюда. Скоростное испытание. Соберите скоростные кроссовки, чтобы вовремя добраться до цели. То есть здесь уже на скорость полноценное безумие. Погнали, чего нет-то? Заодно окрасим всю эту локацию. О. Я стараюсь это делать быстро. Давай-давай, есть. Надо быстро добирать и искать эти кроссовки. Так, так. Ты моя. Так. Так, пока. Наверх. Наверх, пожалуйста. Так, теперь сюда. Я пока коробку не нахожу нигде. Я так полагаю, здесь на мерды ее не ставят. Вот, теперь ее поставили. Хорошо. Но я, кстати, не ощущаю особой скоростной разницы. Реально не ощущаю здесь. То есть, ну, поначалу он дается, а тут, мне кажется, чисто из-за скорости музыки скорее ощущение. Может, я ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. Все может быть, ребят. Все может быть.
Не-не-не. Вот это забрали, хорошо. Так. Там еще остался испытанец внизу. Тоже с допингангерами. Вообще, кстати, город очень красивая локация. Красивее, наверное, разве что была только вот локация не ночного, а дневного города. То есть субурби. Горячие погони. Увернись от вражеских бомб и вовремя дверь за цели. А, тут уже бомбы. Там были кольца, здесь бомбы. Нет, ну в кольцах тоже были бомбы, но там мало. Видимо... Будь осторожнее, спинкеры раскидывают бомбы в этот раз, а не халявные кольца золота. Так, есть, увернулись. Так, он пока за нами не поспевает. Ну, это пока что. Нельзя быть уверенным на 100%. Ёбаный полиция, у вас тут подрывник какой-то вводится. Летает в воздухе, а вы за мной бегаете. Давай, ракета, спасай меня от бомб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим, 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 уходим. А я, кстати, могу ему удар наносить. Это меня радует. Я, наверное, дальше могу здесь идти, да? Спаслись! Отлично. Нет, спасибо, меня устраивает. Все, город полностью почернел. Ну и дороги и цвет приобрели. Так, давайте вот так вот. Вот так вот. Получена музыка Metal Zone. Ну и смотрите, мы здесь уже с вами разобрались. Мы с вами, смотрите, что сегодня сделали. Мы, во-первых, с вами сразились и прибили Shadow. И зачистили полностью весь Speed Hardway. Ну, в плане имеется в виду этих базовых заданий, что, в принципе, здорово. Кстати, у нас есть что-нибудь на приобретение? Эй, проснись. Последний шанс, щит. Защитит тебя от любого урона. Потеряешь все жизни, получишь одну добавочную. Ну пусть будет. Чисто как бонус. По поводу шанса. Кольцевая эра. Давайте тоже возьмем. Вещь интересная. И жизни докупим. Да. Пусть будет запасец. Пусть будет, да. Так, потихонечку будем докупать все эти навыки. Глядишь, что и появится у нас. Так. Давайте посмотрим, что у нас новенького появилось. Вот. Ёжик Shadow, созданный дедом доктора Эггмана, профессором Джеральдом Работником, как совершенная форма жизни. Shadow очень похож на Соника в плане внешности, ловкости, ну и скорости. У него есть цель жизни, и он будет стремиться к ней, используя любые средства для ее достижения. У него была, у него есть цель, и он достигает ее. Слушайте, мне кажется, наши, кажется, спортсмены Shadow копировали вопросы, кто вы.
Ой, забавно. Так, по музыке теперь что у нас? Marble Zone. Неплохо. Chemical Plants. Ну, это мы с вами знаем. Hydra City Zone. Труба через доктор Эггман прочистит ваши трубы. Знаем, помним по Sonic Mania. Death Egg Zone. Так, вот. His World. Слушай, мне нравится этот мотив. The Sonic Hedgehog, His World. Серьезно? Я думал, тут классика будет, а это рэп? Нет, спасите меня! Toxic Cave. О, вот это лучше, вот это лучше. Начало хорошее, потом классику совмещать с рэпом. Это издевательство! Теперь понимаю, почему доктор Эггман хочет побить ежа. Так, по иллюстрациям, что у нас новенького? По иллюстрациям, ну, что-то новенькое было там. Надо поискать. Во! Так, это концепт арт Egg Dragon'а. То есть, смотрите, вот так сейчас выключу. Кстати, на японском. Я не... Так. Я знаю не все канзи. Это вот... Если видите первый символ вот здесь, это канзи японский. То есть у японцев три азбуки. Это хирогана для японских слов, катакана для иностранных слов и канзи. Она основана на, знаете, как его, на китайских иероглифах. Их я очень плохо знаю, потому что у каждого свое произношение. Отдельные вот, вот хирогана и катакана я понимаю. Но не все слова еще тоже на них знаю. Но первое предложение, там есть такой значок. Во, обычно он вводится на клавиатуре, как W-O. То есть это, по сути, японское О, но она никак не переводится, но оно призывает к действию. То есть здесь говорится о том, что они хотели призывать, ну, сделать так, чтобы было удобно, что оно на духе. Ясно. Это чисто пометки такие специальные. Так. Это та же Egg Dragon. О, божья коробка. Крабик. Я, наверное, даже зафоткаюсь, получится. Можешь зафоткать, пожалуйста? Шикарно. Хорошие, кстати, наработки, мне нравится. Ну и все, вернулись к этому, да? Ну а по фильмам... Ну это все мы уже с вами смотрели и озвучивали. Стоп, подождите, что... Так, 7. Подождите, я уже на полпути к финалу, что ли? Как быстро. Я думал, она дольше будет. Ну, с другой стороны, она и так будет дольше, потому что здесь очень много топ-испытаний. Мы, смотрите, с вами реально сделали все реально много. То есть мы с вами Shadow прибили, город ночной оживили. Полноценно. Видите, смотрите, какой красавец. Посмотрите на него. Крим. В ночном городе. Вышла из студии R34. Все знают, что делает Крим там. Отдыхает здесь сейчас. А следующий у нас будет City Escape. Где Руш на старости лет решила сделать себе домик в субурби. Но это будет уже в следующий раз. Что ж, ребят. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Спасибо всем, кто смотрел этот видеоролик. И спасибо всем, кто писал комментарии к предыдущему. Отдельно большое спасибо Ghost'у. Ghost Rider, спасибо, что написал свой комментарий. Что ж, ну а с вами был Вескер. До скорых всем встречи. Всем пока, удачи. И помните, доктор Эггман захватит этот мир. Удачи!